Истории жертвенного духа Тяньши. История 27. Безграничная любовь. В октябре 2002 года в рамках 16-го Национального конгресса Китайской Народной Республики корпорация Тяньши провела мероприятие ⁇ Проявите любовь ⁇ в Пекинском Национальном дворце культуры, на котором пожертвовала оздоровительную продукцию на сумму 1 миллион юаней для Пекинской Федерации инвалидов. Когда на сцену поднялась трехлетняя девочка и спела песенку про детей инвалидов, зал был тронут. Пин-Пин страдала от врожденной деформации позвоночника, из-за которой родители отказались от нее. Девочку удочерила директор школы госпожа Ван, рассказавшая ее печальную историю. Люди обратились к педиатру Син Шужуну с вопросом, может ли кальций тяньши помочь пин-пин? Доктор ответил, не было прецедента, но вы можете попробовать, потому что ребенок растет, и его организм нуждается в большом количестве кальция. Неравнодушные люди купили для пин-пин детский кальций и капсулы с цинком тяньши. После двух месяцев приема этой продукции тяньши и тренировок со школьным тренером по гимнастике, тело пин-пин заметно изменилось. Рентгеновский снимок показал значительные улучшения в состоянии ее позвоночника. Доктор Син сообщил господину Ли Цзинь Юаню о случае Пин-Пин и попросил его помочь девочке. Два дня спустя корпорация Тяньши пожертвовала ребенку годовой запас оздоровительной продукции. Как президент Международного благотворительного фонда Мей Цзин, Тяньши. Господин Ли Цзинь Юань заботится о физическом здоровье всей китайской молодежи. С того момента, когда компания Тяньши начала получать прибыль, она повсеместно принимала участие в благотворительных и социальных проектах для оказания помощи молодежи и детям. Еще в самом начале деятельности компании ее основатель сказал «Я вкладываю все свое состояние в производство продукции, восполняющей дефицит кальция» чтобы китайская нация была умной, здоровой и сильной. В 2005 году он пожертвовал 10 миллионов юаней Национальному организационному комитету по продвижению стандартов физического развития молодежи. Под руководством господина Ли Цзинь Юаня Тяньши запустила благотворительный проект «Маленькая рука в большой руке» для детей с глазными заболеваниями. Было создано 7 реабилитационных, 7 лечебных, и 177 диагностических центров, которые приняли более 70 тысяч детей. Тяньши пожертвовала более 12 миллионов юаней Китайскому фонду борьбы с бедностью «Мать и дитя». 10 миллионов юаней на лечение детей с врожденными пороками сердца. 10 миллионов юаней для китайских университетских игр. 3,5 миллиона юаней для детского художественного театра города Тяньцзиня. 18 мая 2008 года, в праздник Дня любящего сердца, Тяньши оказала финансовую помощь пекинской школе для детей рабочих мигрантов из сельской местности. Пять раз господин Ли Цзинь Юань побывал в приютах для ВИЧ-инфицированных детей в Соуэта в Южной Африке. Оказал благотворительную помощь детской деревне СОС в Индонезии, детским домам в России, Украине, Гане и других странах – жертвам дефолиантов во Вьетнаме, а также выделил средства на строительство начальной школы в Перу. Компания жертвует средства на ликвидацию наводнений и землетрясений, на помощь пострадавшим при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, а также на борьбу с эпидемиями. И здесь помощь не ограничивается пределами одной страны. Когда произошло землетрясение в Японии и цунами в Индонезии, Компания Тяньши одной из первых протянула руку помощи, пожертвовав денежные средства и предметы первой необходимости семьям партнеров и простым людям в пострадавших районах. За 26 лет роста Тяньши господин Ли Цзинь юань инвестировал почти 3 миллиарда юаней на благотворительность по всему миру. В древнекитайском трактате Дао Де Цзин сказано: Высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всему и не конфликтует ни с чем. Любовь Тяньши подобна струе воды, питающей каждый дюйм земли. И эта любовь никогда не иссякнет. Любовь ⁇ основной лейтмотив корпоративной культуры Тяньши, передающийся из поколения в поколение.